В Тунисе официально вступил в должность временный премьер-министр страны Мехди Джамаа. В пятницу президент поручил ему сформировать новое правительство, которое будет работать до следующих парламентских выборов. 15-дневный срок Джамаа должен представить состав кабинета министров. Наше правительство будет состоять не только из технократов, хотя, безусловно, это главный критерий. Но в кабинете министров также будут и независимые политики. Ранее в пятницу прошение об отставке подал теперь уже бывший премьер-министр Туниса Али Лараед. Перестановки в высших эшелонах власти, попытка выйти из политического кризиса и результат договоренности власти и оппозиции, достигнутых в начале декабря в рамках так называемого национального диалога. Двумя днями ранее в нескольких городах Туниса прошли демонстрации, спровоцированные повышением налогов на автомобили, использующиеся в личных и предпринимательских целях. Акции были разогнаны полицией.